Режь, извращенец. Подожди. Стой, стой, бородач, остановись. Больше повреждений, чем у того. Ой, блин. Спирожные побережья. А на вид взрослые люди, да? Устрался, по-моему, валит. Мужики, хотите огромный вас толкнуть? Вид через бордюры. Так, поехали. Прямо, прямо руля. Блин, тут даже негде взяться. Витя, главное в магазин не заедь, Витя. Блин. Подожди. Осторожно. Там торговый центр, осторожно. Завелся. Починили. Нормальное начало. Все, едем не скучно. У Олега день рождения. Сейчас будет оффроуд и день рождения. Мы двумя машинами на Опеле и на УАЗе, на БТРовских. Пилота оставил прежнего, да? Пилот не меняется, пока не научится ездить. Да, заводить, пока не научится. Я вчера принял решение, думаю, пожалуйста, не нервничай. Никогда, пускай научится. Ну ты же тоже, когда первый день сел на УАЗик, ну тоже глох, ломал ему все. Ну пускай человек научится, она же так никогда не научится. Как обычно, пробка. Девчонки на больших колесах, давай назовем. Смотри, смотри. Не подрезай, не подрезай, она, видишь, нервничает. Слышишь? Мне нравится вот этот механизм в 21 веке. Что там такое? А спря вправо сли. Не аварий. А там сзади, понял, подперли плотно и сигналят теперь. Что, заглохло опять? Смотри, какой красавец, да. Он бы тоже на оффроуд мог с нами поехать. Так, сегодня мы по другому мосту на оффроуд едем. Панорама Киева отсюда. Витя впереди. Смена пилота произошла, да, все-таки? Чтобы мы добрались быстрее к месту назначения уже. Пацаны уже на месте, звонили только что. Наконец-то. Первый день лета сегодня наступил, да? Бентли. Да не, это свежий какой-то. Бентли. Кто тут только не ездит по этой дороге. Нет, оно просто. Что там, Витя? Ты его делаешь? Хорошо, удобная машина для того, видишь? Не надо ни яма, ни подъемник. Надо маслица какого-то подлить в раздаточку. Сейчас где-то правее. Да. Что, поехали. Куда больше, чем в прошлый раз. Давай. Ой, ремешок. Налево мы не будем нырять, помнишь? Налево?
замучил. Позже, если кого-то мучает вопрос, почему назвали Агуша, здесь есть номер телефона, по которому можно уточнить. Телефон горячей линии. Позвони еще. Агу. Принеси ему. Ну, Агуша это украинское имя. Это мальчик или девочка? Крис должен знать. Спроси у Криса. У нас была какая-то Агнешка, помните? Да. Агнешка. Гора. Плохо, что я не на Гранд-Чероки, там книга есть, сейчас бы могли почитать. Состав. А, теперь я понимаю, почему. Состав: грушевый сок. Агрус. Не, агуша. 2 грамма. Агруша была бы. Блин, здесь мой любимый краситель Е-295. Так трасса, да, прям? Так это трасса твоя. Так, чтобы его нормально принять. А нет, там просто Е-95, без 200, понял? Трасса без 200, Андрюха. Нет, так сначала 200 и... А, и потом 200. Ну, да. 95, да. 95, понятно. Да. Собака, у тебя язык выпал. Не знаю. Отец Павло. Отец Павло, покажи прибор. До 3 лет. Свой покажи. Да нет, ты же обрежешь сразу. Может, сильно большой размер, зажует. Руслан, зажует или войдет? Да не, ну ты что, это детский или какой-то. Проскочит. Проскочит. Проскочит, не отрежу. Иди посиди в холодной воде как раз. Блять, знает все методы, ты понял? Что ты профессионал? Профессионал, да. Это шкура отвисла. Да какой доктор? В синагоге работает чувак. Это линейка, что твоего клиента нашли в багажнике. Да, да. Какую-то. У него линейка? По диаметрам. Шалун, болтун, там, брехун. Но я помню, у тебя машину делали, да, я помню, что я еще фоткал ее, линейку эту. Но у него нашли, у кого, если у него такая деталь есть? Не, у клиента, у кого-то у клиента в машине что-то делали. Так это он подбросил. Да не гони, что-то там... Валера она была, наверное. Как это мужики в бане мерили? Я у кого-то, чья-то машина стояла? У всех по одному. Дельфин, конечно, с собакой своей не похожий вообще, говорят, собака похожа. Собака. Уля, пошел фоткаться. Ты какой с Криса? С минимального я сделал. Давай. Ты пальцы в розетку засовывал в детстве? Вот сюда. Не бойся, я сам с тобой, я с тобой. Стой, возьми стакан. Не хочу! Я хочу! Собачий ошейник электро... Давай, одевай, вяжите его! Валера, помогай! Давай, Дима, не надо! Смотри, Тедди счастливый какой! Смотри, Тедди в шоке. Давай мазать тебе. Отдай пол. Ой, класс. Я там на максимум наклацал его. Тедди, бей его. Это ошейник собачий, который током бьется. Гаплык вайту. Попробуй, что ты. Саня, в жизни все надо попробовать. А ты попробуй. Ты я тебе мало сделал. Ты смотришь и думает, мы еще, говорит, на мордник не пробовали. А что, я дружу? Да я пробовал, я. У меня было 30. Ну это лично. Я так как-то пробовали, оно больно. Нет, ты возьми один и стакан воды возьми. Мы посмотрим. Видишь, зареагировал. Он должен отвлечься. Если он на что-то сосредоточился, то не реагирует. Тогда делаем второй. Вибрация, типа вот, Тедди. У него на первый сигнал встал. Так у него или у Криса? У кого? У кого из них бородач? Сейчас приедут домой, Крис. А, так это штаны так разорвало у него от этого, да? Паша.
Ваня, давай! Паша, это штаны разорвало, когда встал, или что? Ты сделал мне суши и детокс. Да? И это уже работает как собака Павлова, что он понимает, что если у него вибрация, надо реагировать. А я видел в телемагазине такие бабочки. И он реагирует, скорее всего. А какая у Павлова собака была? 75. С какой целью? Удовольствие получается. 75 у тебя? А тебе вот тут 30 сделали? Да. А ты издеваешься над животными. У него сердце, другой порог чувствительности у собаки. И сердце, и это самое, да. Да, конечно, расскажешь, идешь в темноте на лапу собаки наступишь, она пищит и подпрыгивает. Другой порог, блин. Садюга, блин. Отсядь от нас на 50 метров, блин. Вот, и, например, раз вы ползували только... На 80 метров берет? На 80 отсядь, зверь. Он видел собаки, и с ними пошел. Все, я кричу, ничего. Нажимаю, сижу, и прибежал, понимаешь? Это для того, что вернул. Так само. Только 220. Надо его уже, он реагировал. Он уже не реагирует, он уже добился. Мало на суши подымал. Слышь, ты сигнала не начинал на Вите. Да, ты меня не... Зверюга, сразу шарашил, блин. Да пошел ты. Я могу сигнал. Не, ну версия, Бородач. Версия, что встал, вот это штаны же разорвало так, блин, да. Это, кстати, четкая версия. Ваня вез, что ли, думаешь, сначала пульт. Сел на пульт. Ошейник. Да, сел на пульт. Ошейник замкнул пульт в карман. Да. Это в ночи, если... Не бьёшься. А, габариты? Вообще не попал, блин. Парняга бедный. А сколько лет ему еще сидеть? Жил бы в Сибири, где-то нормально. Таскал дрова. Русским. При чукчах такой хуй. Они, говорят, более гуманные. Просто немцы до Чукчей не дошли, понял? А Польша была оккупирована с 39-го. Вот и проблемы теперь. Крис, а сколько дом в Польше твой от Освенцима километров? Закрылись летом. 50 градусов собаку и жену в машине. Закрылись. Прийти через час и посмотри, что будешь рад тебя видеть. Любит тебя на самом деле. Хотел бы вас пригласить, потому что у нас очень интересно, мы проводим время. Ответ от парня, говорит, ой, извините, я, наверное, не смогу прийти, потому что по пятницам я просто бухаю так, что просто капец. Ой, а можно с вами? Вы это делаете? Вы рождаете, да? Девчонки, вы... такой невыносимый, да? Вы, блин, делаете эпиляцию этим пластырем, да? Это боль. А в жопу говорите, блин, как больно, да? Ух ты, блин! Слышишь, Крис, давай все время под деревьями сидеть, что-то будешь рассказывать. Нафиг нам тот оффроуд, машины целые, блин. Давай еще. Да ну нахрен, блин, здесь ошейники. Я не видел. Да. И мне так яйца бахнут. А то штаны видишь, что ты все. Да, там туда уже нет. Вообще крокодилы. Взлетели и полетели так по кругу. Все такие, хлопают такие. Крокодилы приземлились, девочки. Крокодилы, вы так классно летаете. Как это у вас получается? Стала бы ты, девочка, как нас тут пи***. Так это в цирке или где, бородач? Крис, когда дрессировщиком работал. А, да? Дюсселей. Думаешь, как они там научились эти летать под куполом? Охереть, блин. Так вот это у него шляшки расперло, да? Все за шейником. Четко подлиннее ошейник и пульты. Все дела, да? Так, знаешь, играет на пульте, все что-то летают там, а звука нет. Так подожди, у него... Финальный аккорд нигде попадает. Крокодилы в ошейниках все были, что ли? Ну, получается, да. Да? Сколько на батарейки вы тратите в месяц? USB-зарядка каждый вечер. Одеваешь ли ты на ночь этот ошейник?
Издеваются. Это вместо будильника, он на утро, да? Крис, а это пошейник в ролевых играх можно променять? Хочешь попробовать? А минуточку, а Валерий, у тебя есть эти самые. Как ты сказал, сайт? Как он называется? Ошейник.com.ua. Карнахам. Прошу раз говорить. Советуй. Признавайся. Его там забанили, да? Не. Есть Карнахам, называет сайт «Советуй секс». Валерий Дивайя, инструктор по сексу. Что ты в прошлый раз говорил? Ты что снимаешь? Секс-инструктор. У меня промарок не было. Тик-таки или как-то там? Тик-токи. У меня там вроде нет. Да-да-да, ладно, ты все говорил. Валера написал в чате, что говорит все, говорит, порнохаб весь посмотрел, говорит, когда выйдет новый сезон. Так после этого ты забанил его, да, или что? До этого? А что, ты Валерего забанил? Да. Чего? Крис, разберись. Потому что могу. Он меня не забил просто. Ну да. У меня с ним не половая совместимость. Он мне рассказал, что мы за сегодняшний день задавили две лягушки и три карася. Не скучно. Что ты так сказал? О, белый. Белый? Да. Белый волк? Да, нет, белый волк. Белый с черным юмором. А если он пухнет? Петросян еще тот. Блин, как дети, женщины, как вы можете? А что могу? С такой надувной этой женщиной вы тут пришли, тут приличное место. Блин, а что значит? Я надувную водку всю зиму трахал. Вибратор, ну да. Ну, пожалуйста, так, не-не-не. Что-то побольше. Вот так, не-не-не. Уже побольше, вот так, не-не-не. А то красное. Девушка, это огнетушитель. Это синенький, желтенький и красненький. Красненький нет, это огнетушитель. Да, да. Есть фура и шло после дождя. Брызгает. Не сильно все видно. Смотрю, белые фары. Все, ну значит машина на встрече. Смотрю, красные фары. Значит машина задняя. Ну, да. Обгоняю, а ту сука на встречной на красных фарах иди впереди. И ты врезался в него. Черт бы не врезался. Ну, ты сказал два раза. А второй раз я идентичная ситуация. Второй раз опять А ездят дебилы. Я думал, что это гад, а у него впереди красная пара. Режь, извращенец. Подожди. Стой, бородач, остановись. У Валерия больше повреждений, чем у кого. Ой, блин. Спирожные кубери. А на вид взрослые люди, да? Он устрался, по-моему, Валерий. Какие-то два. Слышишь, а ты пытался ему очки те одеть, да, или что пытался? Не, ну Валера больше повредился, чем где торт. Зефирка? На, салом вытирайся. Сейчас, у меня нож есть, подожди, на нормальный нож. А где аппендицит у него? Здесь? Нет, аппендицит здесь. Будем уничтожать аппендицит. Я все не режу его. Бля, он ему тупо... Глянь, аппендицит вырезает. Смотрю, ты еще тот аналогопатон, да? Да я тебе говорю. Бля, пошел смотреть. Что, вырезал? Вырезал? Сожрал аппендицит, блин. Сука. Лера, желчь, не доедай, закрыл гай. Торт никто не хочет? Да, мне отрежь только эту. Глазик. А ну говно вот отрезаешь снизу. Бородачу отрежь волосики, ему не хватает. Бородачу волосики отрежь. Подожди, сейчас. Бородачу черный глазик дадим. Давай ему, дай. А что это? Волосики. У Руслана волосики наконец-то.
Ай, стой, подержи мой стакан. Волосики выросли, да? Выросли волосики, да? Вообще отрезали. Хотели какашку отрезать. Ля, съел волосы свои, ты шо? Смотри, сейчас новые выросли. Стой, стой, фото, да? Подожди, давай я рыжего доделаю. Русик, ты рыжий. Русик рыжий у нас был все время. Я смазаю провинцию. Многие соединящие меня. Открыли чак. Сюда смотри. Ты рыжего снимайте. Дай это крашу. Рыжего снимай. Да подожди, тут воды нету, напряжен, как они отмоются. Бородач ясновидящий. Отец Павло, осторожно, не испорти. Жри глаза теперь, жри глаза, я тебе говорю. Иди сюда. Жри глаза. Жри глаза. Положи. Крис насобирал грибки. Ты все пропустил? Я сам сейчас все. Руслан вырос не волосы. Слышь, у него пока выходили, новая дырка появилась сзади. Добавилась одна. Да, по дороге тут дорога. Напал кто-то, да? Нет. Откуда новая? А, ромашка. Нифига себе. Пошел через три дня, приходит, говорит, так, ну все, говорит, не получилось. Ружье я пропал. Дед сидит, ну, теперь у медведя есть и ружье, и нож, и топор. Обычно я ночью решил через два дня улететь. Купить, я купил билеты на самолет. Валера, вот этот, который у тебя на Васильков полетел, получается? На Васильков. Трансатлантический. Строещины на Васильков, да. Оказалось, что я билеты купил аж через месяц, а не через два дня или три дня, я не помню. Так, друзья, выезд не скучного, как обычно. Смотрите этот, эту сцену. Подъедь ближе, ближе, не видно тут ветка, блин, быстрей. Стоп. Стой, стой, стой. Так, не, ну нормально выглядят ребята. Давай, давай, я снимаю, сильнее толкайте, елки. Давай еще поем. Снимай, иди, блин, толкай. Я не выпал. Так тут болото какое-то, тут грязно, пацаны. Я в новых туфлях. Чуть не упла, не упал, блин. Так а куда? Давай вперед, вперед не выйдет. Вперед, она уже чуть-чуть, там надо вдвоем, знаешь как. Да, еще вперед, толкайся. Руслан, толкни, это самое главное. Даша, мы ж слева стояли, ждали тебя. Куда ты поехала? А где вы стояли? Ну мы слева стояли. Толкни, давай, я пока снимаю. Сейчас. А-а-а. Толкаемся. Давай. Нет, работай, сломай, застой, Руслан. Руслан, застой, Руслан. Застой. Бля. Застой, давай за бампер. Давай. Ну давай, газу больше. Еще? Вот, пошла, пошла. Давай, газуй, газуй! Фу, блин! Стой, стой! Это жесть! Тут надо, чтобы вы отъехали. Не-не-не, а теперь... каждый сам за себя. А теперь с разгона. Слав, давай проедем. Че, перевод сюда. Тут чуть не навернулся. Под УАЗ, блин. Давай, под УАЗ. Хватило. Смотри, гляньте, надо сюда развернуться. Голова просто. Че задом не сдать, да? Просто голова. Так, все. Так, подожди, ждем ее тут, стой. Далеко не уезжай. Ну, понятно. Тут внедорожники серьезные, все заряжены. И Opel Insignia. И Руслан в ботинках на голые ноги. Так.
Там говорят, на коксе надо идти. Убирают, видишь, машины все. Ага. Прячут. На коксе идти. На коксе. Разве, чтобы она знала, чтобы на коксе, чтобы она шла вот эту грязь. Проехать. А вранглер убирают тоже, чтобы. Стой, тут, чтобы не поцарапал нас этот. Чтобы нас не поцарапал. Видишь, убирают все, расчищают. Очкуют. Витя. Нет, тут расступились могучие внедорожники. Расступились и. Она вот тут и проехала, да? Ну конечно. Потому что тут прямо. Прямо хорошая дорога. Да. Так, мы как на девяточке, передний привод остался. К сожалению. Ну ничего, красота, вечер шикарный. Шикарный, озеро. Кто? Санёк, так, все, секретный объезд. Про него мало кто знает. Только я, да, наверное? Только ты, я думаю, больше никто не знает. Кто-то раз, ты думаешь, здесь когда-то ездил. Это ж ты тут на всех машинах, которые у тебя есть. И на зеленой мечте, и на прицепе. И на чем, не знаю, на чем, да. Так, едет колонна сзади. Тут мы ехали вроде, да. 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 Ты там лишний раз не дагай. Да, тут такой выезд на большую землю после этих дождей. Мама, не горюй. Ну, на полном приводе это не проблемно. Ну, под правым ей показывай, под где она. Едет? Ну, просто мы у нас Opel. У нас Opel тут. Вот на этом месте, понял, мы стояли. Хорошая, да, тут? Смотри, речка, березки, да. Тень, блин. Вот с этого дуба я падал. Ты видел, где я падал с дуба? Вот этот дуб. Готов? Да. Ты сейчас на спину упадешь. Место бомбезное. Вон, видишь, речка такая хорошая. Да, обалденная. И горка есть для оффроуда, смотри, справа, видишь? Ага, если чисто, скучно, если покорить, да. Да, да, если скучно, то можно покорять. Так, друзья, все на твердой земле. Оффроуд завершен. День был крутой. Покатались. Отдохнули. Всем спасибо, подписывайтесь, делитесь. Покатались, как обычно, круто. Асфальт 100 метров. Всем пока. Возвращаемся. Южный мост. Красота. Такая луна. Нормальный тут движ такой. Да. А ты вверху? Да. Такой движ, да. Руслан? Какие-то мажоры, да? Подержишь? Да, давай. Какие-то мажоры. Пацаны, поджигайте еще. Сейчас, подожди, не останавливайся. Бля, ТАТ-17 воняет, конечно, жестко. А, ну все вытекло. Не-не, еще воняет, значит, не все. О, это мы с эскортом идем, да? Ух, блин. А у нас не сигналов нормальных, да? Ты шо тут, серьезно, кальян? Тут только на Каенах и на Ауди можно, и на Субару еще, да? Субару. Не бедные собрали. Сироты, как грузовые, сироты, да? Сироты, да. Та не, ну тут такие сироты. Так, тут серьезная бригада. После тяжелого оффроудного дня начинает мойку.
Да.